Всем привет! Сегодня на моем канале Валентина Лайф я предлагаю приготовить простой рецепт для быстрого завтрака. Это яйцо пашот. Старинный французский рецепт, который подойдет не только для завтрака, но и для изысканного ужина. Подают такое яйцо с тостами. Готовится несложно. Давайте попробуем приготовить. Итак, чтобы нам удобнее было опускать яйцо в воду, мы его разбиваем в какую-нибудь небольшую емкость. Водичка закипела, добавляем туда уксус и, аккуратно размешивая, чтобы образовался водоворот, опускаем туда яйцо. Варим яйцо пашот 3-3,5 минуты. Аккуратно яйцо достаем с шумовкой, выкладываем на тарелочку и даем стечь воде. Приготовим яйцо для подачи. Для этого хлебушек нужно слегка обжарить в тостере и смазать маслом, пока еще хлебушек не остыл. Это будет очень вкусно. Итак, результат налицо. Яйцо пашот у нас получилось. Желток растекается. Завтрак готов. Готовьте дома. Радуйте своих близких. Не забудьте подписаться на мой канал, поставить лайк, написать комментарий. И всем приятного аппетита!